Непростой ребус предстоит решить полицейским после курьезного ДТП в Макарии. Главный вопрос – кто водитель Hyundai Solaris? Некий пилот на машине такси изрядно затарился пивом, но до места назначения не доехал. Во время поворота, судя по всему, на приличной скорости он выскочил на встречку и протаранил столб. От падения бетонную опору спасли только провода и деревья, а виновник, оставив пиво в салоне, убежал. Почему, попытался узнать Павел Москвин. Обычно на месте ДТП шумно только в момент столкновения авто или во время жарких споров между участниками аварии. Но здесь другой случай. Виновник происшествия ни с кем не ругался, а молча убежал после удара. Тем не менее, на месте ДТП шумно, заклинило клаксон. Такая картина удивила очевидцев. Машина такси после аварии без водителя, что противоречит ПДД. Но таксисты не должны так поступать, они же профессионалы. Я не видел, что случилось. Проезжал мимо, остановился, ни водителя, никого нету. Понял. Вызвали полицию? Да. Понял. Пожарную звонили? Нет еще. Пожарную звонили. Никто не подходил к машине? Нет, я только один. По словам очевидцев, бутылки пива, оставленные в салоне авто, намекали об одном. Кто-то удачно съездил в магазин за добавкой, но та самая удача отвернулась от водителя на обратном пути. В салоне бутылки пива, так я не знаю, или пассажир, или водитель пьяный, так я не знаю. В салон не заглядывали? Ну вот, подошел, вот, посмотрел. А вы откуда ехали? Я из этого, с Зонечки. Вскоре на место аварии приехали сотрудники ДПС. Дожидаться пожарных они не стали, а помогли местным жителям избавиться от этого нервирующего звука. Полицейские отсоединили клеммы от аккумулятора. Сейчас сотрудникам розыска ГИБДД предстоит найти скрывшегося пилота. Он должен ответить и за скрытие с места аварии, и за сломанный столб. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.